Привет всем друзьям и гостям канала «Все получается вкусно» и с вами Галина. Сегодня предлагаю вам мой любимый омлет. Для любителей горошка это просто находка. Друзья мои, этот омлет подходит даже для людей, которые худеют. Легкий и вкусный завтрак. Давайте я покажу вам, как я его готовлю. 2 яйца кладу в миску и вилочкой размешиваю. Добавляю 50 мл молока. Вот теперь хорошо взбиваю. Кладу немножко соли. И теперь добавляю консервированный зеленый горошек. Примерно 4-5 столовых ложек. Поперчу немножко. И кладу зелень. Зелень сегодня у меня петрушка, но лучше сюда пойдет укроп. Затем кладу на сковородку кусочек масла и выливаю яичную смесь. И на самом маленьком огне под закрытой крышкой выпекаю омлет. И когда в серединке уже затвердеет, тогда омлет готов. И можно выкладывать его на тарелочку. Вот такой красивый омлет получился. И сейчас мы его попробуем. Ой, какие ароматы идут. Вот такой омлет получился. Видите, серединки такие. Горошки, ой, поджаристые, великолепные. Как я его люблю. С горошком. Это просто прелесть, а не омлет. Без всякой вам колбасы. Легкий и очень вкусный. Готовьте такой вкусный и легкий завтрак. Для тех, кто худеет, он очень подходит. Друзья мои, и детям вашим он очень понравится. Если понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные видео. Всего вам доброго! До новых вкусных встреч! Пока-пока!